Первый мобильный телефон мы разыграем тем, кто находится сейчас в интернете, кто не пришел к нам сегодня на Дерибасов. На сегодняшний день продано книжечек 9072 книжечки. Ребята, среди вас, среди этих номерочков порядковых, среди этих книжечек разыгрывается мобильный телефон. Определяется последняя цифра порядкового номера книжечки. Виталина, отвернись. Итак, последняя цифра порядкового номера книжечки 1. Опять забрасываем. Да не переживайте, господи. На тебя второй мобильный разыграем. Виталина, пятерочка. Да успокойся ты. Значит так, объясняю. В лототроне у нас 10 шариков. Последняя цифра от 0 до 9 мы уже определили. Последняя цифра 1. Сейчас определяем предпоследнюю цифру порядкового номера книжечки. Предпоследняя цифра порядкового номера книжечки, Виталина. Предпоследняя цифра порядкового номера книжечки 2. Быстрее не ходить! Куда не ходить, да? Предпоследний этап, две последние цифры, 21. Мы опять забрасываем этот шарик в лототрон и определяем третью цифру с конца. Определяем три последние цифры. Итак, третья цифра с конца у нас получается. Виталина, показывай туда. Цифра 8. Предпоследняя цифра порядкового номера книжечки. Цифра 8. Итак, с некоторых пор, уважаемые дамы и господа, если у вас совпали три последние цифры, вы выиграли комплект авторских дисков. Аудио и DVD. Я прошу прощения за то, что у меня голос сорван. Вчера было 1 апреля, сегодня 2. Вчера так наговорился, что у меня даже голосовые связки сели. Три последние цифры, это значит 0821, 1800, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1821 выиграли комплект цифр. Итак, комплект дисков. Этот комплект дисков я отправляю по любому адресу в любую точку мира. А сейчас мы определим первую цифру номерочка и определим мобильный телефон. Кто же у нас сегодня выиграл мобильный телефон? Среди тех, кто не присутствует на Дерибасовской, среди тех, кто находится в интернете. Итак, Виталиночка, определяем первую цифру порядкового номерочка. Первая цифра 4. Итак, номер 4821 выиграл мобильный телефон. Заходите на сайт, оформляете заявку, пишите свой e-mail, связываемся, я вам высылаю в любую точку мира.